Новоуральск – город, в котором хочется учиться, жить и работать. Заседание Совета директоров образовательных организаций профессионального образования прошло на днях в Новоуральском технологическом колледже. Директора образовательных учреждений Невьянска, Нижнего Тагила, Новоуральска и других городов обсуждали вопросы взаимодействия рынка труда и профессионального образования, а также обменивались опытом. Новоуральский технологический колледж имеет большой опыт сотрудничества с предприятиями госкорпорации «Росатом». Такое сотрудничество важно для развития профессионального образования, так как позволяет учебным заведениям более тесно сотрудничать с работодателями и адаптировать программы обучения к современным потребностям рынка труда. Уже 2,5 года у нас в городе работает Координационный совет по развитию профессионального образования, задача которого является не полномочия муниципалитета, но все-таки интерес города. Это выстроить взаимодействие системы общего образования, профориентация. Это взаимодействие учреждений профессионального образования в городе 3 и взаимодействие бизнеса, как мы сегодня говорим, предприятий, организаций, учреждений, которые заинтересованы в кадрах. Реализация 13 национальных проектов в Новоуральске вносит значительный вклад в его развитие и привлекательность для жизни и работы. Заседание Совета директоров образовательных организаций профессионального образования подчеркнуло важность развития партнерских отношений между образовательными учреждениями и предприятиями для обеспечения успешной карьеры студентов. Разработка эффективных схем взаимодействия между образовательными учреждениями и предприятиями является гарантией успешной будущей карьеры для выпускников и развития региона в целом. В ходе заседания коллеги из других городов посетили учебные кабинеты, мастерские, отраслевой центр компетенций госкорпорации «Росатом» и музей Уральского электрохимического комбината. Гости высоко оценили подготовку кадров и уровень взаимодействия с предприятиями города. Юлия Балдина, Геннадий Донгузов, Новоуральская вещательная компания.